страшно! Ты, главное, не дергай! Помните, что тут официально никого нет. Нас тоже никогда не было. Действуем по инструкции, ясно? Все ясно. Так, в укрытие. Ух ты, что случилось в Дубае, тут и остается. Ура! Довольно, Луга. Я просто шучу, босс. Отставить юмор, у нас боевая задача. Задача. Мы просто тычем палкой в дохлого пса. У нас приказ. Найдем кого-нибудь, покидаем Дубай, выходим на связь. Штаб высылает отряд, и мы валим домой. Эй, вы слышали это? Подкалываешь? Обижаешь, приятель. Здесь никого нет. Это радиосигнал. Ха, зуб даю. Я что-то слышал. Пошли, поскорее бы закончить. Эй, есть кто? Может, гранату кинуть? Да брось ты, кому мы нужны? Ну и хрен ли мы тут торчим? А Луга, в общем, прав. Теперь ты на его стороне? Где он прав, там прав. Штаб велел осмотреться, вот мы и смотрим. Не знаю. Могли найти дело получше для умных и сильных красавцев из Дельты, вроде нас. Считай, что ты в отпуск поехал. На будущее знай. Я люблю пляжи, где втрое больше девушек, чем жмуриков. Луга, ты когда-нибудь задумывался, какую хрень ты несешь? Мне кажется, что за нами следят. Класс. Видели бы девки, как я круто смотрюсь. Похоже, мы пришли. Это полковник Джон Коннор. Да, это то, что мы ищем, что бы это ни было. Что это такое? Аварийный маяк, но нестандартный. Кто-то сделал из запчастей. И кто же? Да без понятия. А, черт. Уокер, взгляни вот на это. Я капитан... Это что еще за придурки? Беженцы! Уцелевшие в буре! Это хорошо! Нужно доложить штабу, пусть тоже знают! Да ради бога! Слева! Они идут из-за дюны! Господа!
Что у нас тут? Фюзеляжи засели наши парни. Нас не заметили. Используй, сними ее, пока нас не видит. Братья, не близко! Подай движение! Убедимся, что все в порядке, и выйдем из вас. Да уж, попали.
Не думаю. Слушай. Там что-то происходит. Давит взрывчатку! Адамс, день! Ну! Уокер, мы сейчас взорвемся! Пошли, пошли! Так, все чисто. Угу. Идем дальше. Нужно найти выход. Может, нам стоит еще раз... Слышали? Кто за... Заезжаю. Прячьтесь. Взрывчатка? Ча, на крыше! На крыше! Месяц песком плеваться. Не расслабляйся. Время. Каждая минута может спасть. Будьте начеку, господа. Мы не одни. Вонь. Сразу ясно, что здесь кто-то жил. Но если это жизнь? Это выживание. Примерно с тех пор, как начались бури. Жизнь — борьба, но это не дает права убивать солдат. Американец явно дал им такое право. Так, все за мной. Спокойнее, внизу гражданские. А тут уютно. Ни хрена себе! Шелковые занавески, серебро, отличный хрусталь. Господи, их просто перебили всех. Не, смотри, их построили. Слышали? За мной, и тихо. Мы будем продолжать! Оп. Пристрелил. Да, точно. Адамс, обыщи труп. Ни хрена себе! Это же добро ЦРУ. Наверное, это их база. Прикрываться гражданскими не очень-то по-мужски. В духе ЦРУ. Да, но вот стрельба по своим нет. Тот боец привел бы нас к Конраду. Да, или в засаду. Да ладно! Луга, это мой выбор. И мне с ним жить. Все назад! Вернись! Остановись! Идем туда! А вот и я! Открыть огонь! Внимание! Я открою огонь, я вступлю! Нужно идти, пока здесь не оказалось больше солдат. Больше американских солдат. Дезертиров. И что делать? Чтобы в этом разобраться, нам нужно найти Конрада. Это поможет? Его батальон дезертировал. Конрад всегда был человеком чести. Может, батальон и спятил, но полковник тут точно ни при чем. С чего ты взял? Потому что я его знаю. Так, открывай. Без вопросов. Зачем? О, черт! Они их всех убьют! Надо что-то сделать, Уокер! Сейчас сделаем. Тогда надо поторопиться. За мной! Я знаю! Сейчас многие задают тот же вопрос. Зачем? Я и сам хотел спросить вас о том же. Мы же заключили кредит. Вы его нарушили. Вы сами! Мы предложили... Нет, стой! У нас тут проблема. Я не хочу умирать!
33-й собирает гражданских? Зачем? О, черт! Они их всех убьют. Надо что-то сделать, Вольф. Сейчас сделаем. Тогда надо поторопиться. За мной. Я знаю, сейчас многие задают тот же вопрос. Зачем? Ну, я и сам хотел спросить вас о том же. Вы же заключили перейти. Вы его нарушили. Вы сами. Мы предложили вам... Вы отказались... Черт, здесь полно толпа! Мы знаем, что один агент жив. Больше одного. Проклятые не зря запустили такую трансляцию. На живца берут. Так точно. Логично. Сигнал идет оттуда. Из глубины. Проклятые забросили крючок. Пора вытащить. Это же ловушка. Несомненно. Но весь город сошел с ума. Дэниелс наша единственная надежда. Жвачка есть? Последняя. Это они! Эй, Брэдл, жвачка есть? Последняя. Это они! Пути! Вот они! Внимание! Боец трубником! Противник мёд! Противник близко! Yeah.
Я уверен, что за всем этим кто-то стоит. Прежде всего, надо снять этих снайперов. Смотреть в оба! Теперь идем. Быстро и тихо. Черт! Там вертушка! Я понял! Здоровая дура, верно? Ага, и ее дружки точно знают. Противник на подходе! Готовьте! Они прут прямо на нас! Движение цели! Осторожно! Враг купи! Один открыт! Я под обстрелом! А вот и я! Перезарядка! Прикройте! Один! Уничтожить! Сконцентрировать огонь! Луга! Огонь по моей цели! Стреляйте! Пиво! Надо оттеснить их назад! Осторожно! Луга! Сними мою цель из винтовки! Ликвидирован! Не стреляй своих! У них опять подкрепление! Осторожно! У него дробовик! Враг, не уходи! Все, цель уничтожена! Цель уничтожена! Есть! Получилось! Готово! Где-то ж бывает! На этом все? Чисто! Все чисто! Ладно, идем. Хватит с меня вопросов. Я должен поговорить с Конрадом. Правда? Думаешь, Дэниелса надолго хватит? Вряд ли. Огонь по окнам! Огонь по моей цели!
пройдем через здание. Проклятые, они же вроде герои, но с пытками переборщили. Если этот диджей у них за главного, ничему не удивлюсь. С чего ты взял? Кажется, я его знаю. В Кабуле с 33-м ездил один странный журналист. Не хотел бы столкнуться с ним в бою. Я с ним не общался, но тогда поищем выход. Впереди дверь. Наверное, выход. Адам, слуга, слышите? Черт, нет сигнала. Все лучше и лучше. Он имеет сознание.
Сообщите, когда он придет в себя, мы продолжим. Проклятые так поступили со своими? Они убивают друг друга. Ты был прав, Уокер. Готовьте, лучше б я ошибся. Здесь никого нет. Капитан, на лестнице! Вижу. Слышу, прием. Я боялся, что потерял вас. Нам пришлось не сладко, но мы живы. Хорошо. Что тут творится? Безумие, капитан. Первого страха нас нет. Нам попали в тупой раздираемой войной. А Конор, ты что, не услышал? Нет, я не слышу. В этом случае, что он еще жив, но если так, он не выживает. Сейчас! Осторожно! Вертушка! Луга, верни связь. Не могу, сигнал пропал. Внимание! Голду не поздоровится. Что-то не так, Адамс? Слушай, проклятых нужно остановить. Но революция Голда только все портит, нет? Эй, он спас нам жизни! И другого выбора у нас нет. Ну-ка, отойдите. Бегом за мной! Живей! Есть ли Гулда? Да! Проклятые загнали его в угол! Возможно, он ранен. Наконец-то волна туризма снова захлестнула Дубай, когда его выбрало в качестве места отдыха столько американцев. Когда мы спросили местного жителя, что он думает об этих новых лицах, вот что он нам ответил. Надо же, революция грядет. Херня, это вот что. Дубай умирает, там все приближают неизбежное. Хотя бы воронам не голодать. Что за черт? Он в нашей форме. Он из 33-го. Думаешь, работа ЦРУ? Не может быть. Он давно тут гниет. Ах ты, бедняга. Что с тобой сделали? Вижу, он прыгает на кровой! Черт! Огонь! Заряжаю! И что, вы стреляете, вы живите? Еще один? Выходит из укрытия! Это Дэнни! Снять его! На дюне! На 2 часа! Новая атака! Цель номер один! Убить тоже! Враг убит! Сосредоточить огонь! Сосредоточить огонь! Цель номер один! Убить тоже! Вон мне укрытие! Огонь! Движение цели! Огонь по моей цели! Они готовы в очередь! Противник близко! Окопали! Заряд
Пусть 33-й отходит, так проблему не решить. Извините, капитан Уокер, но я вам не подчиняюсь. Ага, вспомнил меня? Разумеется. И не только я. Послание всем выжившим. Не трогайте нас. Каким выжившим? Агент Гулд, вы представляете этих людей. Пришло время это доказать. Нет! У меня ничего нет! Точно. Уходим. Вот дерьмо. А ты думал, с ними что случится? Хватит. Идем. И где мы? Судя по карте Гулда, к воротам прямо. 33-й батальон. Печали сообщаю, что эта война унесла жизни еще нескольких наших братьев. Но не горюйте. Благодаря их жертве, агент Гулда... Полагаю, это ворота. ...прямо в самое пекло. Не будем отчаиваться. Агент Рикс и бойцы отряда Дельта настанет их через. Команда Уокер, мы ждем. Готовься стрелять. Это приказ? Именно так. Так, включаю камеру. Вон они!
Камера включена, сэр. Есть система наведения. Готовы? Огонь! Я понял тебя. Готовы, миномет! Смокер, гранатометчики! Огонь! Ту Казани! РПГ уничтожен. Они! Готовы, миномет! Они! Движения нет. Все кончено. Он прав, Уокер. Ладно. Закончим. Спускаемся. Скорее к воротам. До прибытия подкрепления. Им некуда отступать! Убейте их! Не подпускайте их! Очередной противник! Обрался! Есть! Он мертв! Внимание! Противник движется! Сейчас разберусь!
Отлично. Начинайте поиски. Может, нам удастся понять, что здесь происходит. Карты, припасы, патроны. По мне, так обычный блокпост. Нет, надо посмотреть наверху. Смени магазин. Неизвестно, что нас там ждет. Вряд ли будет тяжелее, чем снаружи. Эй, осторожно, Луго. Нет, он прав. То, что там произошло, это ужасно. Но нас вынудили. И я знаю, кто. Готовьтесь. Что происходит? Мы ошиблись. Диджей не правит городом, он лишь подручный. В смысле? Это сделал Конрад. Это все он. Ну, и что делать? Подыграем ему. Пока. Я думал, ты его знал. Похоже, нет. Вы меня знали? Смелый. Когда я служил с ним в Кабуле, он был человеком чести. Потому что спас вам жизнь. Я многих спас, капитан. А я ничего не понимаю. Хватит, Уокер. Да, давай. Выбор настоящего квартира. Главное верный закон потом. Весьма мудро. Надеюсь, сегодня он научился выполнять приказы, капитан. Дубай благодарит вас за службу. Валим отсюда. Черт побери, Уокер. Есть проблемы, лейтенант? Да, какого хрена ты вытворяешь? Я тоже от этого не в восторге, но нас окружили. Засада! Черт, полковник, подходите своих людей! Они почти трупы! Враг убит! Завалил! Мы защищали! Все, попал! Уберите его, наконец! Он мертв! Будет выполнено! Что делаем, Уокер? Принимаем бой, Адамс! Огонь по крышам вагона! Я разберусь! Осторожно, у него трубы! Гранатомет на поясе! Все, попал! Он мертв! Цель движется! Убить состранца с дробовиком! Ладно, все, атакуй вы! Сними пальцы, мужчины! Прикройте! Убить состранца с дробовиком! Атакую! Уничтожить! Убить засранца с дробовиком! Готов! Кто следующий? Сосредоточиться на цели! Сейчас рванет! Бейми два! Цель движется! Снять его! Уничтожить! Ликвидирую! Он мертв! Он за фургоном! Вали его! Сосредоточиться на цели! Они почти трупы! Уничтожить! Сюда сосредоточиться! Вижу! Нам придет тревогу близко! Уничтожить! Убить бойца с дробовиком! Цель мертва! Сосредоточиться на цели! Сейчас разберусь! Цель мертва! Никого нет, Уокер. Тогда выдвигаемся. И куда теперь? У Конрада наверняка есть наблюдательный пункт, с которого виден весь Дубай. Туда, к самой высокой башне. Вот куда. Уокер, нам
Конрад нас заметил, о чем еще говорить? Я никогда тебя таким не видел. Я в норме, Адамс. Мы не можем оставить все как есть. Мы не уйдем из Дубая, пока не эвакуируем всех выживших. Нужно, чтобы вы мне верили. Я верю тебе. Я просто с тобой не согласен. Тихо. Похоже, там идет бой. Твою мать! Если меня кто-то слышит, это Рикс. Мы попали в засаду проклятых. Нужна помощь срочно. Рикс! Черт! Голд рассказал о нем проклятым. Это наша вина. Уокер, хватай гранатомет. Кто бы вы ни были, спасибо за помощь. А теперь плотный огонь. Куда? Сними этого урода! Отдай руку! Идет сюда! Цель уничтожена. Еще один! Солдаты спускаются с холма! Сосредоточить огонь! Лежать, сука! Передай, они пошли трупы! Уокер, один вне укрытия! Уничтожить! Атакую, Гадон! Кто следующий? Сосредоточиться на цели! Цель цели со стороны банка! Граната! Продвигаемся! Убил, сука! Уничтожить! Сука, сын! Гадон, кто следующий? Готов! Проклятые отходят! Вот и последний! Давайте! Капитан Уокер! Джефф Рикс! А теперь быстро внутрь, пока снайпер башку не отстрелил! Не за что! Простите? Если вы не заметили, мы спасли вам жизнь! Болтливый парень, капитан! Это сержант Лу! А ну, пригнись! Контакт! Это Рикс? Нет, это Дельта. Где старик? Я здесь. Сукин ты сын! Ну все, ты труп! Идем, вы меня задерживаете. А вот и гости! Открыть огонь! Вижу снайпера! Ратрой, Кристо, отвлеките вы еще оттуда снижение! Хороший план! Готов! Рикс, где ты? Здесь. Спасаю тебя. На здоровье. Противник пошел! Перезарядка, прикройте! Вот так и нет, ищу укрытие! Будет противник открыть, обережена! Убей! Убейте его уже! Принято! Еще один! Командир, чтобы приказывать. Тихо, Луга. Не мы начали эту войну. Раздача оружия местным не в счет. Стоп, у нас гости. Есть! Вот он, парни.
Комплекс водный колизей. По моим расчетам, здесь хранится более 45 тысяч галлонов пресной воды. Это сердце Дубая. Вырежьте сердце, и зверь умрет. Наконец-то ты понял. Мои люди устроят шум возле главного входа. Они отвлекут проклятых, пока мы просочимся внутрь. Используйте место как приманку? Они осознают цену жертвы. Дверь закрыта. Черт, нас нашли. Что делаем, Рикс? Держите их! Я открою вход. Он что, издевается? Забудь о нем, есть дела поважнее. Противник боец с дробовиком! Снять его! Враги ловятся сзади! Укрытие! Бедняга! Противник убит! Сосредоточиться на цели! Уокер, я перехватил их переговоры. Послушай. А вот и они! Лечу вслепую! Отступи, урода! Не смотри! Проставили пушку! Готов! Уничтожить! Граната! Убей! Уничтожить! Сейчас разберусь! Убей! Раньше я таких не видел. Группа Сул. Последний ответ Конрада на любые жизненные невзгоды. Советую не спать. Ищейки взяли след. Их ничто не остановит. Сосредоточить огонь! Цель устранена! Липучка пошла! Противник с дробовиком, осторожно! Стреляй в него! Они вас окружают! Рикс, дверь, ну! Боец с дробовиком, уничтожен! Цель поражена! Вот и все. Дверь. Там внизу есть парковка. Чего вы ждете? Вперед! Стоять! Что-то не так. Что там? Мы не одни. Нас засекли! Огонь! Стоять! Ложитесь! Не подставляйтесь под выстрелы! Стоять. Что-то не так. Что там? Мы не одни. Нас засекли! Огонь! А твою мать! Стоять. Что-то не так. Что там? Мы не одни. Нас засекли! Огонь! Ложитесь и подставляйтесь под выстрелы! Еще немного. Займитесь машинами. Посмотрю, кто из моих выжил. Я ему не верю. Я тоже, но в данный момент Рикс и его бойцы единственные, кто не пытается нас убить. Подумай, кому ты помогаешь, капитан. Смотри, этот город погиб. Не надо,
убить его! Они почти трупы! Будь я проклят! Вы еще... Держитесь крепче! Поездка будет веселой! Они забрали! У нас контакт! Теплый огонь! Это все ты, Уокер. Ты виноват, не я.
солдаты! Эй, этот камнюк почти дохлый! Все, да, это я про тебя! Давай, проваливай отсюда! Давай, давай, проваливай! Чертовы американцы! Помогите мне! Я слышу, что вы там. Рикс, это ты? Ну же, Уокер, прошу! Ну что ты стоишь, что? А? Давай. Куда ты собрался? Уокер! Уокер! Вернись, мать твою! Ты поступил бы так же. Уокер! Уокер! Уокер, Пьер! Да, Уокер! На связи. Слава богу, мы видели проклятых. Пришлось бежать. Мы уж думали, ты не успел. Мне повезло. Рикс? Труп. Хорошо. Нет, плохо. Он нас надул. Из-за него жители Дубая умрут через пару дней. Город нужно эвакуировать как можно скорее. Интересно, как ты намереваешься это сделать? Луга? Ой, прости. Я вас отвлек? Твою мать! Держись, Луга! Я уже иду! Не волнуйтесь, все получится! Да пошел ты! Эй, 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 полегче, привет! Как-никак, это семейная радиопередача! Рейтинг для всех жаждущих! Какого хрена? Все кончено, лейтенант! Ой, как неудобно-то, Марк! Сержант Луга умрет! Не смущайся! Не слушай его! Теперь Заткни. Остались только ты и я! Если ты слышишь, слушатели смертельно жаждущих узнать. Враг убит! Что тебе делать, когда они придут? Как всегда! Возвращайся, что они хотят жить! Минус они один. Хотят кушать! Перезарядка! Прикройте! Марти! Что тебе делать, когда они придут? Эх, Марти, Марти! У нас чисто! А у тебя? Аналогично! Внимание, 33-й батальон! Распродажа фигурок бойцов Дельты! Повторяю, настоящие фигурки Дельты в торговом центре! Снова гости! Пора разобраться с этим уродом! Сначала надо выбраться отсюда! Видите, куда идти? Здесь некуда! Может пройти дальше? Меня всерьез прижали! Стоять! Они гости трупы! Противник убит! Вперед! Противник справа! Уокер, нужна помощь! Противнику магазины и груши! Понял! Какие на мост! Бегом! Внимание! Подняли через груши! Черт! Прикройте меня! Мы пришли спасти вас! Стой там! Я прикрываю! Я попробую! Мы не сможем тебя прикрыть!
пустяки, я в норме. А вы как? Да, в норме. Слышал? Кажется, из-за двери. Готовьтесь. Пошли. Ну так кто? Куда теперь, Луга? На север, по крышам. Выйдем прямо на него. Хорошо. Тихо, летит вертушка. Это снайпер. Судя по звуку, он рядом. Идем тихо. Что там? Опять беспорядки. Гражданские с ума посходили. Прямо как во время первой... Это Уокер! Твою мать! Теперь они знают, что мы здесь! Лежать, сука! Черт! Прикройте меня! Ты не болтай, чтобы пришли грязи! Холли! Боец на повинку! Они в холле! Перезаряжаю! Прикройте! Передвигаются, твари! Твою мать! Открой глаза, твою мать! Сосредоточьтесь, огонь на крыше! Все, он мертв. Убить бойца своего! Убил, сука! Прикрой, заряжай! Да, внимание! Пробежали! Ликвидировать! Луга! Сними снайпера! Зацеливаю его! Враг убит! К нам опять снайперы! Пока их не снимем, не пройдем! Объект убит! Цель тот снайпер! За перилами! Объект убит! Луга! Сними снайпера! Можем идти! Это ошибка, Уокер. Ты не сможешь провести этих людей через бурю. Я должен попробовать, иначе нельзя. И нас всех обрекает. О, черт! Уокер! Я там слушал, чем вы занимались. И у меня возник один вопрос. Зачем при этом бить людей по голове? Прикладом, небось. Это лишнее и вообще непрактично. Смейся, пока можешь, клоун. Вот и башня. Сколько стволов на крыше? Черт, я не смогу спуститься до зачистки. Не вопрос. Адамс, ты указывай... Контакт! Открыть огонь! Перезарядка! Луга! Прицельный выстрел! Всё, его! Чёрт! Брук со стороны задней двери! Да, лёд не нравится. Принято! Ликвидируем! Луга! Сними этого урода! Снайпер! Снять его! Понял, разберусь! Внимание! Противник движется! Сними этого сукина сына! Понял, разберусь! Вот там! Работай! Сними этого сукина сына! Чёрт! Гранатомётчик у танцпола! Ещё один! Выцеливаю его! Луга! Прицельный выстрел! В него! Убей мудака на танцполе! Сосредоточься, огонь! Луга! Сними его! Принято! Ликвидирую! Черт! Прикройте меня! Цель поражена! Будь идиотом! Сначала нужно зачистить крышу! Можешь выдыхать. Почему они кончились? Почему никто не думает о детях? Мало времени, господа. Я уверен, что Конрад выслал подкрепление. С
Слушай задачу, Луга. Через 2 минуты станция должна работать. Понял? За меня не волнуйся, я свою работу знаю. Луга, как только мы у вертушки, беги к нам! Обо мне не волнуйтесь, просто идите. Мы бежим! Мы почти выбрались, Луга! Убей лестницу, а не с ним разберу, проси! Луга!
снова! Сбросьте их уже! Принято! Так, Вейдер! Ты... Адам, прикрой меня! Есть, готов! Прикрой!
убит! Вот вам, суки дети! Проваливайте отсюда! Вот вам, суки дети! Проваливайте отсюда! Готовьтесь, идем штурмовик! Похоже, это все. Нужно идти, сможешь? Я в норме. Хорошо. Сначала найдем Лука, потом Конраду. Мы еще можем спасти этих людей, и я не позволю нам помешать. Окей, Адамс, где вас носит? Меня прижали. Оружия нет, и рука сломана. Лука! Черт, он умолк! Судя по сигналу, он на севере. Хоть что-то. Идем. В укрытие! Внимание, давай! Там залог и снайпер. Не доставить, подойдем ближе. Внимание, противник движется! Подставился! Чтоб тебя! Берегись! Липучка пошла! Я под обстрелом, твою мать! Куча врагов на лодке! Прямо по курсу! Не под... Убейте их! Быстро! Еще один готов! Что вы все нахренили? Мать твою! Смотришь, вы сейчас прикончили! Соберись, Лука! Внимание, быстро! Недалеко лагерь беженцев. Подожду там, пока вы освободитесь. Хорошо. Зачистим сектор и вытащим тебя. Не уверен, что выживет. Всего-то руку сломал. Бывало и хуже. Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Хочешь что-то сказать, говори сейчас. И продолжим работу. Вся операция — дерьмо. Мы взорвали башню, полную солдат США. Они не оставили нам выбора. Ты не оставил нам выбора. Что с нами случилось, старик? Ничего. Мы просто солдаты. Понятно. Мне показалось. Бегу! Быстро к яхте! Граната! Штурмовик на поле! Вот он бежит! Враг убит! Устранить его! Черт! Удачок с ножом бежит! Адамс, разберись со штурмовиком! Внимание! Приближается буря! Только этого не хватало! Точно! А сейчас давай соберись! Внимание! Противник движется! Подставился! Прикройте! Становится жарко! Цель поражена! Мать твою! Соберись, Адамс! Мы их разделаем! Правда. Передай ему, что у нас чисто. Эй, Луга, как слышишь? Адамс! Адамс! О, черт! Луга, что такое?
Черт! Гуга, ты слышишь? Нужна помощь! Гуга! Они уже рядом! Мать их! Беги! Готовься! Что за... Стреляй по веревке! Всем назад! Живо! Бежите! Пока можете! Скоты вонючие! Катитесь отсюда! Бегом! Быстрее! Это они! Ты все еще хочешь их спасать? Вот и выход. Вовремя. Беги! Слышишь, Конрад? Вот что... Ну, и что будем делать? Убивать все, что шевелится. Хороший план. Готов? Конечно. Все равно умрем. Мои. Видишь, урод? Мать твою! Я тебе закрою. Слева! Они выходят из здания! Вот так, мудачок! Он вне укрытия! Внимание! Противник движется! Готов, засранец! Вот ты куда целишься? Идем! Уокер, шевели булками! Давай, Уокер! Не дайте им добраться до ворот! Открыть огонь! Быстро! Он вне укрытия! Вали его! Ложись! Добро пожаловать в ад! Уокер, ты что делаешь? Какого хера? Уокер, нужно уничтожить миномет! Еще один долбанный залпом и трупы! Шарахни из гранатомета! Я отвлеку их! Миномет! Вперед! Меня позиции! Черт, еще одна турель! Нужно переместиться вправо! Идем слева через укрытие! Вот так! Теперь беги к пулемету! Прямо не пройти турели! Обходим Уокер! Быстро к турели! Покроши этих ублюдков! Ноги в руки! Граната! Как я и говорил!
твой друг мертв. Город в огне. Все, кто вышел из 33-го батальона. Мы сдаемся, сэр. Дубай ваш. Где полковник Конрад? Там, где он всегда был, сэр. Наверху. Он ждет вас. Да-да. Входи. Раз уж ты здесь... Позволь мне спросить, что ты подумал, прибыв в Дубай? Когда увидел то, что я сделал, ты решил, что я спятил? Верно? Ага. Я подумал, что ты слетел с катушек. Точнее, на это надеялся. Да, так было бы гораздо легче. Но мне не повезло. Ты уверен в этом? Абсолютно. Я не больше псих, чем ты, капитан. Как? Джон? Это ты? Не похож. Я устал от игр, Джон. Поверь мне, это... Не я игра. Досчитаю до пяти и спущу курок. Это не ты. Это мои галлюцинации. Ты уверен? А может, мои? Раз. Нет. Все это смерти. Твоя вина. Если ты в это веришь, стреляй. Два. Я не хотел никого убивать. Никто не хотел, Уокер. Три. Джон Конрад, армия США. Попытка эвакуации Дубая закончилась полным провалом. Потери велики.